не выдержали натиска. Маркл и принца Гарри выгнали из страны. Супруга принца Гарри и Меган Маркл постоянно оказывается в шкуре паршивой овцы. В нее летит весь негатив, ее обвиняют, критикуют, унижают. Судя по всему, у герцогини Сассекской лопнула последняя капля терпения. Стало известно, что влюбленные решили покинуть Великобританию. Они собираются переехать в Канаду. По мнению герцога и герцогини Сассекских, эта страна способна стать для них местом, где они смогут спокойно воспитывать новорожденного сына вместо бесконечного чтения многочисленных и лживых материалов о себе. Поговаривают, что этому поспособствовало чрезмерное давление со стороны журналистов. Куда бы ни отправилась Маркл, к ней на хвост тут же садится штатный фотограф из какой-нибудь газетенки. Также про Меган постоянно пускают грязные слухи. Этот факт очень сильно напрягает ее. Публикация фотографии из Инстаграм. Напомним, недавно появилась информация о предстоящем судебном процессе между королевской семьей и несколькими британскими таблоидами. Виной всему стала публикация видоизмененного письма герцогини. Это послание жена принца Гарри написала своему отцу с целью примирения. Но тот, в свою очередь, посчитал его оскорбительным и без зазрений совести отдал письмо сотрудникам британской прессы. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Молодой Шепелев без бороды стал сенсацией. Народный артист Ильин раздавлен из-за горькой утраты. У меня были ошибки. Билан взорвался от вопроса про личную жизнь. Невестам Батрутдинова посоветовали вынуть импланты и сбрить усы. Обнаглевший Зеленский сделал заявление о захвате Крыма. И многое другое.